Всем привет, ребята! Недавно в сети появились характеристики смартфона от компании Xiaomi. Основные это Snapdragon 865 с поддержкой 5G, 16 гигабайт оперативной памяти. И все начали гадать, что это за телефон. Но в скором времени все стало ясно. Это флагман Xiaomi Mi 10 Pro. А теперь поподробнее. С вами канал Технаум. Поехали! В китайском социальном сервисе Weibo появился скриншот страницы об этом устройстве, который принадлежит Xiaomi Mi 10 Pro. Это будущий флагман китайской компании. Как мы знаем, он еще официально не представлен, но характеристики теперь мы знаем, и они очень и очень впечатляющий. Экран смартфона будет диагональю 6,4 дюйма и разрешением Full HD+. Сердцем смартфона будет мегапроизводительный Snapdragon 865 с поддержкой 5G. Но есть еще один очень большой плюс. В устройстве будет 16 гигабайт оперативной памяти. 16! Пока что столько нет ни в одном смартфоне в мире. Но есть слухи, что игровой Black Shark 3 также получит 16 гигабайт АЗУ. Скоро смартфоны будут мощнее ПК. Ну, или не совсем скоро. И гордость компании Xiaomi – это основная камера, представлена четырьмя фотосенсорами. Мегамодуль на 108, 16 мегапиксель, 12 и 5 мегапиксель. А вот что меня удивило – это емкость аккумулятора, которая составляет внушительные 5250 мАч. Батарея поддерживает зарядку мощностью 66 Вт. Премьера аппарата состоится в ближайшее время. И действительно, компания Xiaomi, можно сказать, прыгнула выше себя и сделала действительно классные смартфоны в этом году. Но, как мы видим, флагман они также сделают очень-очень мощный, потому что компания Xiaomi сейчас очень возлагает большую надежду именно на Mi 10. И, как мы видим, 10 Pro будет действительно очень хорошим смартфончиком. Характеристики бомбические. 16 гигабайт оперативной памяти. Скажите мне 3 года назад, что в твоем смартфоне будет 16 гигабайт оперативной памяти, я скажу, ты что, каких 16, хотя бы 2, там 3, 4, ну допустим, но не 16. И как мы видим, это не предел. Скоро будет 32, 64 и так далее. Технологии развиваются, компания Xiaomi с бешеными темпами тоже идет вперед. Действительно, что их подкачало сейчас на данный момент, это коронавирус так называемый. То есть действительно очень много заводов остановили и очень большие потери и убытки несет компания Xiaomi. Но все же, с вами был канал Технаум. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.